Приютил ежа, заплати штраф. Жители региона все чаще стали забирать диких животных из среды обитания домой, говорят специалисты. А это запрещено и даже наказуемо. Все животные, начиная там медведя, лося и кончая самым маленьким паучком, это объекты животного мира, как мы называем, или природные ресурсы. А природные ресурсы есть собственник. Собственник – это государство. И любой гражданин, который забирает вот этот объект животного мира, того же паучка или того же цыпленка, кого-то, да, и несет себе домой, он вступает уже в противоречие с законом. Эксперты говорят, зачастую жители края забирают диких животных домой не намеренно, а просто пытаясь помочь им. Специалисты еще раз предупреждают, решение об изъятии животного из среды обитания может принимать только специальная комиссия. Если вы нашли ежа или куницу, сообщите об этом в полицию. В противном случае вам грозит крупный штраф. Кстати, его максимальный размер до 500 тысяч рублей. Осторожнее нужно быть и водителям. В период паводка на трассу часто выходят парнокопытные. С начала года в край уже сбили косулю и лося.